Небольшое помещение буквально напичкано строительными лесами, стропами и плакатами на тему безопасности. Это уникальный учебный и тренировочный комплекс, говорят здесь. Формирование привычек безопасного труда на фабрике поставлено на поток. Пока монтажники оттачивают навык работы на высоте, в соседнем углу тренируются электрики. По легенде, их коллега упал со стремянки и ударился головой. Больно, ребята, давайте быстрее. Жить будешь. На маяке начинает работу уникальный тренировочный комплекс «Фабрика безопасности». Именно здесь намерены прививать навыки безопасного труда тысячам работников предприятия. Как отмечают на фабрике, выиграют от этого все – и специалисты по охране труда, и рабочие, и даже бойцы студенческих строительных отрядов, которые первыми и протестировали комплекс. Наверное, и создана эта школа, чтобы нам показать, что мы не должны делать, какие ошибки мы не должны допускать. Это как некий тренажер, потому что чтобы на производстве не получилось никаких нюансов, чтобы я не мог получить травму. По данным статистических исследований, в 2 из 3 несчастных случаев на производстве виноват именно человеческий фактор, а значит, глобальная задача фабрики безопасности – отточить определенные навыки работников практически до автоматизма. Со стороны работников они должны научиться правильно вести себя на производстве, со стороны руководителей они должны быть непримиримы к каким-либо нарушениям на производстве и в быту в том числе. Но это большое предприятие, у нас там буквально единичный случай допускается несчастные в год на вот эти 12 500 работающих. Ну и мы последние 2 года выполняем все эти требования. Аналогов фабрики безопасности в России пока крайне мало. Подобные комплексы работают лишь на крупных промышленных предприятиях. В Челябинской области это «Маяк», Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод. Опыт озерских атомщиков уже оценили и на уровне ядерного оружейного комплекса «Росатома». Ваших проектов на этапе уже задумки, соответственно, подкупает уже степень проработанности проектов на данном этапе. И, скажем так, со своей стороны, приехав на рабочее место, я буду говорить о достаточно хорошей степени проработки и развития движения КПИ на вашем предприятии. По словам авторов проекта, фабрику безопасности будут развивать. Со временем пополнят и материально-техническую, и образовательную базы. На постоянной основе уникальный комплекс начнет работать уже в июне этого года. Планируется, что в год через фабрику будут проходить более 1000 работников «Маяка». Артем Шварин, Алексей Лазарев, информационный центр производственного объединения «Маяк». Безопасность начинается с меня!